Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хаунд, и это новая подборка самых просматриваемых клипов на Твиче. В этом ролике я хочу вам показать самые популярные клипы стримерши Кори. Лично я узнал о Кори примерно год назад, но глядя на ее клипы, я могу сказать, что она стримит намного больше. Готовы вспомнить самые смешные и яркие моменты из ее карьеры? Погнали! Выселить хотят из квартиры, поэтому я ору. Ой, хорошо. Блять! А что это? А у нас? Это же платье. Это не платье. Это комбезик, ребята. Это такой... Вы что, не помните его, что ли? Я тики-токи в нем снимала. Но он коротенький, конечно. Поэтому показывать я вам много лишнего не буду. Снимать басы. Ой. Небесный удар тебе не помог. W! Кори, привет. Моя мужчина-мама. Сильная и независимая женщина. Знаешь, почему нет запасного выхода в церкви? Потому что пути Господни неисповедимы. И еще шутки под этим стримом такие, черные, что начали собирать хлопок. Оу, осуждаю и не поддерживаю то, что сказано в донате, ёб твою мать! А где музыка, диджей? Я не понимаю. Пизда. Спасибо. Ебать, лысый, красивый и сильный, я бы ему отдался. Спасибо. Моя сосисочка, да? Курдули. Почему ниже меня? 165 у него, но просто из-за того, что у него момент... блять, зачем я это сделала? Я привыкла, что я... Ладно, извините. Самое смешное, вы меня постоянно скрещиваете со скиллзором. Блять, вы же понимаете его габариты и мои габариты. Я если на него сяду, я ему, блин, голову сломаю. Особенно если на лицо садится, это же вообще пиздец. I love you. Поэтому вы это оцениваете. Ты правда встречаешься с Элен 139? Если да, то забираем с собой в Армению. Чего? С Хелином? Вообще нет. Вообще нет. Потом я уезжаю. Говорят, заткнись, подожди. То есть Катя хочет сказать, что раз мы пошли на эти курсы, что мы не опытные? Сейчас пиздится за конфликт и за то, кто лучше сосет, блядь, да? Заявись вообще на Твиче, Тимо. Пошла рубрика, блядь. Мы вообще изначально туда пошли, потому что мы хотим узнать что-то новое. Нам в начале курса так и сказали, что вы хотите, зачем вы сюда пришли. Кто-то сказал, там, опыта нет, кто-то сказал, что хочет мужу приятное сделать. А мы такие, ну, мы с Диной, по крайней мере, сразу сказали. Говорит, нам любопытно, что мы нового можем постичь. Пойдут. Подождите, вы чё, блядь, совсем ебанулись? Вы, короче, решили мемы наделать?
Да не, подожди. Это неинтересно. У меня слеза пошла. Он белый, вообще белый! Он очень белый! Давай! Подожди! Ой, все, хуйня! Сиську положи сюда! Нет, не ставь! Можно? Ну, и ты оставил вещь именно у Кори. Мы тебя правильно поняли? Правильно поняли. Так я сказал, что ну, я вернусь. Вот, и все. Правильно поняли. Вы молодцы. Вот руина, блядь. Молодцы. Руина, блядь. Я не знаю ничего, ничего не знаю. Да, я умирал 20 раз. Моя хата с краю, ничего не знаю. Только трусы не забудь снять, Сашка, с двери. Это пиздец. Так! Ты сука. Я нашел. Пойди ебальник себе подправить. А? Умная, блядь. Где? Глеб, когда играл с Ростиком, сказал, что в группе походу пизда. Группы скоро не будет. Ну ты думаешь, я ему нужна, блин? Кому? Ну, типа, ты так тоже Курскому? Говоришь Глебу, ты думаешь, я ему нужна, блин? Так, ну, слушай, ребят, к тебе уже подошли в Курске познакомиться. Жалко, ребят, уже на Колыме. Вот он, Сигма. Ой. Глеб, который будет по пожарной трубе, блядь, спускаться. Сколько раз он это сможет сделать, не протерев ладошки? Сука! Ты чё? Должен был упасть. Счастье, счастье. Ты могла лишь только пожелать мне. Даже здесь я слышу этот запах сомнений в том, что у меня будет стоять ежедневно. Настя, я хочу тебе сказать словом тела, что никак не сможет повлиять твое тело. Спорт — это хорошо. Удачи. Да, и вам хорошего дня. Пока. Это от Глеба. Скажи честно, хотела бы секс с Глебом? Глеб не в моем вкусе. Одни мы на заставках, блядь. Вот тебе и куни. Очень сложный феномен. Коря, как тебе попа Денгер Лёхи? А где можно посмотреть попу Денгер Лёхи? Я не видела. Он же все время в шортах. Что, есть где-то, где у него есть обтягивающие какие-то штанишки? Я не видела его попу. Но я не против посмотреть. Привет, Карина. Хочу сказать, что ты сосочка. Обожаю ваш контент. Надеюсь, вы все так и трахались. Точка. А еще у тебя красивая улыбка. Улыбнись. Если сосала Глеба. Блять, иди нахуй! Что за... Блять! Осуждаю эту хуйню, блять! Так, что у меня Гальчика делает там вообще? А Галя эти молоточки не подключила, да? На, Галя, тебе по ручке. Вспомнила, меня так порвало вчера, я ебала. Я просто, блядь, если мой мужчина не будет усыкаться с таких шуток, блядь, я его не выберу нахуй. Вы сейчас шутите или вас реально порвало? Не, прикиньте, магазин DVD... А, открылся магазин DVD, он работает с DVD до DVD. Блядь, это пиздец.
Я не знаю, я очень люблю такие шутки. Они вроде бы простые, а тупые. Я очень люблю. Но они тупые, потому что они простые. В этом весь прикол, блин. Да в смысле жопу? Блин, ты не... рожать легко, жопу отъела. Я не думаю, что я ее прям отъела. Нормальная жопа. Отъела жопу, напомню. Коля, скажи честно, Лера с тобой целовалась, у нее губы стерлись, да? Нет, ну не сегодня точно, но я не знаю откуда. Кстати, да, спасибо, что напомнили. Нам надо будет сходить в аптеку. Сосала, ебала! С кем бы ты хотела коллабу оформить на Твиче? Я честно, я бы с братишкиным во что-нибудь поиграла. Мне кажется, он бы меня так обхуесосил, но это было бы весело. Готово? Да. Ну вот опять крутит, ну сука, да что ж такое? Я сяду, просто еду, я тебе перегоняю. Я сяду, еду, сука, меня перегоняют. Могу, нет. Ой, блядь, опять. Нет. Нет. Я задом полдороги ехала. А давайте все вот так сделаем. Ха-ха, Старбок. Старбок. Вот. Кулончик. Показала? Я люблю ее. Сейчас, Ариш, зацени. Тут не хватает только стволов, конечно. Джонни, трахай меня сколько хочешь, я буду послушной сучкой. А на этом все, дорогие друзья. Это были самые просматриваемые клипы стримерши Кори. Я очень прошу вас поставить лайк, подписаться и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Увидимся совсем скоро. Пока. Сэр, да, сэр! Сэр, да!